بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها وعملا متقبلا لوجهك الكريم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Дорогие братья, как мы и говорили, мы сегодня, иншаллах, будем рассказывать про шайтанов из людей. Аллах субханаху ва та'аля говорит в священном Коране: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. В этом аяте Аллах субханаху ва та'аля, утешая пророка, алейхиссалату вассалям, который много терпел, настрадался от козней своего народа Курейшев, от их вражды, Аллах субханаху ва та'аля говорит: и так же, как и тебе, мы сделали каждому пророку врагов шайтанов из людей и джинов. Мы, как и тебе, и всем другим пророкам тоже мы сделали врагов из шайтанов людей и шайтанов джинов, которые одни другим внушают речь, украшенную речь, обольшая, то есть обманывая, чтобы сбить с истинного пути всех, кто его слушает. Если бы мы пожелали бы, говорит Аллах субханаху ва та'аля, если бы твой Господь пожелал, то они, эти шайтаны из людей и джинов, этого не сделали бы. Но в этом испытании для тебя и для всех остальных: оставь же их и то, что они измышляют. Тебе достаточно Аллаха как помощника. Вот из этого аята, дорогие братья, мы узнаем эту истину, что у нас кроме шайтанов из джинов есть еще шайтаны из людей. Шайтан, слово шайтан происходит от слова шатан. Шатан, у него лексический смысл отдаление. Отдаление. Поэтому шайтаном называют каждого отдаленного, лишенного от блага, лишенного блага, непокорного, непослушного Аллаху субханаху ва та'аля. Поэтому каждый лишенный благ, лишенный добра, лишенный покорности Аллаху субханаху ва та'аля, и который действует для того, чтобы сбить людей с истинного пути, это шайтан. Будь он из джинов, будь он из людей. И ученые говорят, дорогие братья, шайтаны из людей опаснее, чем шайтаны из джинов. Шайтаны из людей опаснее, чем шайтаны из джинов, потому что шайтаны из джинов могут только нам внушать, нас обольщать, искушать, могут какие-то боли нам принести, в то время как шайтаны из людей, они могут открыто принуждать, заставлять, могут убивать, принуждать, открыто делать. И почему еще их опасно, что большинство людей не знают, что из людей бывают шайтаны. Они не знают этого. Они думают, что шайтан – это только тот потомок Иблиса, который был проклят, Аллахом изгнан. И поэтому, когда рядом находится человек, может быть, нашей же национальности, говорящий на нашем же языке, живущий рядом, кто может подумать, что это шайтан? А в то время как он порой бывает хуже, чем шайтан из джинов. Так сказали ученые, порой шайтаны бывают из джинов менее опасные, чем шайтаны из людей. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит в хадисе, достоверный хадис, который передает имам Ахмад и другие, он говорит: «Я Абазар, халь та'ауазта биллахи мина шайтани ль-джинни валь-инс». «О Абузар, делал ли ты истиазу от шайтанов, джинов и людей?» Абузар, ради Аллаху анху, изумленный, удивленный, говорит: «Я Расул Аллах, вахаллил инси мина шаятин». А что, у людей тоже бывают шайтаны? Пророк говорит, саллаллаху алейхи вассалям: «Наам, хум шаррум мин шаятин аль-джинс». Да, бывают, и они хуже, чем шайтаны из джинов. Шайтаны из людей бывают хуже, чем шайтаны из джинов. Поэтому знаменитый праведник Малик ибн Динар, ради Аллаху анху, говорил: «Инна шаятин аль-инси ашадду алейя мин шаятин аль-джин». Он говорил: «Шайтаны из людей мне вредят больше, чем шайтаны из джинов. وَذَلِكَ أَنِّي إِذَا تَعَوَّذْتُ بِاللَّهِ ذَهَبَ عَلَيَّ عَنِّي شَيْطَانُ الْجِنِّ». Он объясняет, почему. Он говорит: когда я делаю истиаза, то шайтаны из джина уходят. وَشَيْطَانُ الْإِنْسِ يَجِئُنِي فَيَجُرُّنِي إِلَى الْمَعَاصِ عَيَانًا. В то время как шайтаны из людей приходят и открыто тянут меня к грехам. Из того аята, дорогие братья, первого аята, который мы вам привели, становится ясно. Аллах субханаху ва та'аля говорит: «Ликулли набийин адува, ва казалика джа'альна ликулли набийин адуван шаятин аль-инси валь-джин». И каждому пророку мы сделали, как и тебе, шайтанов из людей и джинов. «Юхи ба'дум иля ба'д, зухруф аль-каули гурура». И они одни другим внушают лживые слова, лживые речи. Что говорит нам, дорогие братья, о том, что шайтаны из людей и джинов имеют связь. Они одни другим делают наставления, как сбивать людей с истинного пути. Как сбивать людей с истинного пути? Ученые говорят, когда шайтан из джинов, пытаясь сбить с истинного пути человека, и этот человек защищается теми молитвами, теми методами, которыми можно защититься от шайтана из джинов, он тогда обращается к шайтану из людей, или внушая, или с теми, у кого у них есть открытая прямая связь, ему внушает: давай теперь ты сбивай его, попробуй ты, я не смог. То есть они сотрудничают в том, чтобы сбить людей с истинного пути. Вот эту истину, дорогие братья, мы должны знать, потому что 20-21 век, особенно ясно мы видим, что шайтаны из людей сделали столько, сколько шайтаны из джинов им даже не снилось. Им даже не снилось. Только подумайте, Первая мировая война унесла десятки миллионов человек. Потом эти всевозможные революции, десятки миллионов человек. Вторая мировая война, десятки миллионов человек. Главная цель шайтана – навредит, а убийство – это его голубая мечта. Как он это сделал? Через шайтанов людей. Эти войны все затевают шайтаны из людей, выдвигая всевозможные идеологии, теории, идеологии национализма. Все, кто пропагандирует национализм, знаете, это шайтаны. Все, кто пропагандирует национализм, это шайтаны, потому что национализм противоречит религии Аллаха Субхану ва Тааля. И все остальные идеологии и теории, идеология большевизма, сатанинская идеология. Главные большевики из истории мы находим были сатанистами. Были сатанистами, кровожаднейшими людьми, которые, как говорится, не по локоть, а по самую шею были в крови. Это все шайтаны из людей, дорогие братья. Они смогли через всевозможные идеологии оторвать большую часть Европы, Америки от веры, сделать их атеистами. Сделать атеистами. Шайтан, который пытался, ему не удалось. Но сатанисты из людей через теорию эволюции Дарвина, через диалектику Маркса, они смогли переубедить человечество, и большинство человечества отреклось от веры. Отреклось от веры. Что они сделали? Если мы находим, раньше большинство сатанистов бывали какие-то грязные гадалки, колдуны. Они пошли другим путем. Они пошли путем науки, выдавая всевозможные лживые теории, идеологии за научные, называясь людьми науки, в то время как теория Дарвина, теория эволюции, это копейки не стоит. Мы когда открываем биографию Дарвина, находим, в школе был троечник. Никаких задатков к учебе не было. Отец был богатый человек, устроил его в университет. С первого же курса вылетел. Тупой был. Пошел в духовную семинарию, 3,5 года учился кое-как. Оттуда вышел и отправился на 5 лет плавать, кругосветное путешествие. Он никогда ученым вообще не был. Как может быть ученый, который человек в школе нормально не мог учиться? Выдал эту идиотскую теорию, и она до сих пор, уже 100 с лишним лет в наших школах, до сих пор и сегодня, на сегодняшний день сатанинская идеология, теория, что человек произошел от обезьяны. Такое в голову только обезьяне и шайтану может прийти. А наши дети это изучают. Тот же Маркс, то же самое. Обманом. В школах вы, наверное, помните Маркс, Энгельс. Энгельс вообще закончил только торговое училище. У него никогда никаких, да, университет не закончил. У отца всю жизнь в магазине торговал. Он никогда ученым не был. А нам выдавали как научную теорию. Для чего? Чтобы человечество сбить с пути Аллаха. Чтобы их убедить, что может быть человек без Аллаха сам по себе, может появиться живые существа из неживого. Вот пример, дорогие братья, деятельности сатанистов из людей, шайтанов из людей. И их потомки сегодня, хотя уже ученые с открытием формулы молекула ДНК, стало ясным, что теория Дарвина лживая, что это не научное все, она опровергнута, но их потомки, которые находятся везде у власти, сатанисты насильно в школах заставляют изучать наших детей эту сатанинскую теорию, что люди потомки обезьян. Вот в чем, дорогие братья, опасность сатанистов из людей, шайтанов из людей, которые, как вот в этом аяте сказано, используют приукрашенные речи, чтобы сбить людей с истинного пути. Все свои теории они заворачивают красивую обертку, чтобы людей приобщить к алкоголю. Назвали алкоголь и этиловый спирт – это яд. Это любой химик, любой ученый скажет, что этиловый спирт – яд. Они их назвали именами. Шампанское, коньяк, увеселительные напитки. Напитки для души. Яд назвали напитком для души. Сигареты, как они их пропагандируют, еще один яд. Это яд, отравляющее вещество. Человек сам себя травит дымом. Сколько у нас сегодня этим люди занимаются? По статистике, эта статистика такая вещь, с которой не поспоришь. Курящий человек в среднем живет минимум на 15 лет меньше, чем не курящий. Минимум. Человек сам себя травит. Но как они это? Красивые обертки, всевозможные ароматизаторы, красивая реклама. Сатанисты из людей. Чтобы наших девушек лишить стыда, порядочности, придумали так называемую моду. И нормальная девушка готова выставить свой зад под предлогом, что это модно. Пупок открыли, грудь открыли, все открыли. Мода. На пляжах какую-то нитку в задницу туда себе это и ходит полуголая. Ты как ты ходишь? Мода. Сатанисты из людей. Наша молодежь сегодня, вы видите, как одевается. Это мода гомосексуалистов, когда облегающие короткие рубашки, набедренные джинсы, которые открывают его половина, извините за выражение, его ягодиц. И он готов ходить в этом. Стыдно, известно, что эта мода пришла из американских тюрем, там у них гомосексуалисты так одевались. Но нашу молодежь, они сатанисты из людей, используя красивое выражение, это стильно, это модно, они сбивают. Они сбивают, называя свободной любовью. Любовью называют зина, разврат. Смотрите, как Аллах субханаху ва тааля в Коране использует точное выражение, которое сегодня против нас применяют. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Юхи ба'дум иля ба'дин зухруфал кауль». Одни эти шайтаны из джинов и людей, одни другим внушают зухруфал кауль. Что такое зухруфал кауль? Это украшенные слова. Вы видите сегодня в моде светская львица. На простонародном шлюха. Вы извините за использование грубых слов, но это так и есть. Придумали такие слова. Светская львица. И смотришь, берут интервью у маленьких девочек. Кем хочешь быть? Светская львица. Если бы наши предки им сказали, что будет время, когда девочки будут мечтать стать шлюхой, валютной проституткой, но они смогли, шайтаны из людей, распространить вот эту идеологию, приукрашивая это. Риба – один из самых больших грехов, ростовщичество, которых раньше называли процентщиками. Это было самое подлое, презираемое сословие в обществе. Им руки не подавали процентщикам. Это считали самое подлое племя. Сегодня они у нас самые почитаемые. Банкир, финансист, в то время как он тот же самый дешевый, подлый процентщик. И смотришь, у меня сын банковское дело учит. Придумали название, это процентщик, ростовщик. Но они все греховное, преступное, они называют, приукрашивают. Гомосексуалистов, педерастов, гей. Как Аллах Субханаху ва Тааля точно выразил, что будут делать шайтаны из людей, из джинов. Они не будут называть грехи грехами, они будут их приукрашивать. Сегодня вы видите, какая борьба идет за что? Чтобы разрешили гей-парады. Грешники, самые подлые, большие преступники, дайте нам право устраивать парады, чтобы мы свои голые зады выставили на высоких подиумах, ходили, всем показывали. Вот в чем, дорогие братья, опасность шайтанов из людей, которые вот таким образом сбивают людей. И во всех областях мы находим это, что всевозможные теории сегодня, облекая в какие-то красивые, красочные цвета, дают нашей подрастающей молодежи. И они это все заглатывают. И потом мы смотрим, находим наших детей. Имя Мухаммад, Фатима, но душа у него тоже та же сатанинская. И поведение такое же сатанинское. Ничего религиозного нет. Вот таким образом, дорогие братья, сегодня против нас шайтаны из людей ведут всевозможные виды искушений. Одно из таких искушений, дорогие братья, это исламский терроризм, который придумали на Западе для борьбы с исламом. Любой, тот, кто связан с наукой, с историей, пусть найдет до 80-го года хотя бы в одном месте упоминание исламский терроризм. До конца, где-то до середины 80-х годов вы не найдете нигде упоминания слова исламский терроризм, потому что его не было. И, как ученые говорят, первый человек, который это придумал, Маргарет Тэтчер. одна из главных сатанисток мира. Они придумали слово «исламский терроризм», потому что мусульмане, мы находим, что последние 100 с лишним лет они ни на кого не нападают. И поэтому как-то их грабить, их притеснять, оккупировать надо, какие-то найти причины. Нет причин, они не воюют, они слабые. Надо создать. И они создали его. Начали создавать тут сами же радикальные организации, и под предлогом борьбы с этими организациями начали оккупацию исламского мира. Начали демонизацию ислама и мусульман. Везде мусульманские террористы, исламские террористы, но нигде не говорят католические террористы. Нигде не говорят православные, хотя есть ирландские террористы, они были террористы-католики, именно на религиозной. Баскские террористы в Испании, но они нигде их не называют католическими, только исламские, для борьбы с исламом. И для этого начали радикализацию мусульманской молодежи. Распространять идеологии радикализма под предлогом очищения веры. Официально несколько лет назад была в Саудии организация по распространению их идеологии, фонд, годовой фонд был $3 миллиарда на пропаганду этой идеологии. И развязали войны среди мусульман. И мы многие верим, что это ислам. Нет, дорогие друзья, это шайтаны из людей. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в хадисе, опять-таки достоверный хадис, говорит, Хузайф ибн Яман передает этот хадис. Многие, наверное, его не слышали. Он для нас сегодня актуален, дорогие братья. Говорит, «Кала Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям, «Инна мимма атахаввафу алейкум раджулун кара аль-Кур'ана, хатта иза ру'ят алейхи бахджатух, ва кана рид'ан лил-Ислам гайярах, ила ма ша Аллах. Инсалаха минху, ва набадаху вараа захрих, وخرج على جاره بالسيف ورماه بالشرك قال قلت يا رسول الله أيهما أولى بالشرك المرمي أو الرامي قال لا بل الرامي إمام ابن حبان إتنجي передают этот حديث о котором Ибн Касир, имам Хайсами и Албани сказали, что حديث достоверный. Только задумайтесь, дорогие братья. Пророк говорит, саллаллаху алейхи вассалям, больше всего, кого я боюсь для моей уммы, это человек, который прочитал Коран. Толкование ученые сказали, изучил Коран. Пока этот человек, от него не станет исходить уже свет, красота Корана. Человек, который много читает Коран, изучает Коран, Аллах одаривает его светом. Вот этого человека пророк, алейхиссалату вассалям, боялся. Потом этот человек, после того, как изучил, начал светиться светом благодати Корана, и он был защитником ислама. И потом он этот Коран изменил. Изменил как? Коран, записи, слова, буквы Корана не изменишь. Но пророк говорит, «Гайяраху иля ма ша Аллах». Он изменит его, сказали, изменит смыслы своими толкованиями, ошибочными толкованиями. И потом он отделяется от этого Корана. Отрывается от Корана. Как отрывается? Он может его читать, он отрывается от смысла Корана. Бросает его этот Коран и выходит против своего соседа с саблей, обвиняя его в ширке. Изменяет Коран ошибочными толкованиями. Отделяется от Корана, оставив истинные смыслы Корана и руководствуясь своими вымыслами. Потом выходит с саблей против своего соседа и обвиняет его в ширке. Хузайфа, ради Аллаху анху, говорит: «Я Расул Аллах, кто из них достойнее ширка? Тот, кого обвиняют в ширке, или тот, кто обвиняет в ширке?» Пророк говорит: «Нет, тот, кто обвиняет в ширке. Он будет достойнее ширка». Мы разве это не видим сегодня, дорогие братья? Под предлогом того, что все отреклись от веры, все мушрики, мусульмане взяли оружие и пошли на мусульман. Это одна кознь шайтанов из людей, дорогие братья. Дорогие братья, шайтаны из людей бывают и верующие, и неверующие. Все, кто сбивает с пути Аллаха, тот человек, который говорит: «Пойдем со мной выпьем», — шайтан. Человек, который навязывает какие-то ложные идеи, шайтан. Поэтому, дорогие братья, сегодня мы должны быть осторожны. И за свои убеждения, за свою веру, за своих детей. Потому что шайтанов из людей сегодня стало как никогда много. Не говоря уже о тех мировых лидерах, которые сегодня уже не только мусульмане, многие, большинство мировых политологов, социологов признают, что они пропагандируют идеологию сатанизма. Большинство лидеров мировых, элита — сатанисты, сатанисты из людей. Всю экономику мира посадили на банковский кредит. Общий мировой долг — 70 триллионов долларов. Весь мир должен. Все человечество загнали в кабалу. Загнали в экономический кризис весь мир. Весь мир страдает. Инфляция бешеная, никто не может гарантировать себе на завтрашний день спокойное, безбедное будущее. Потому что если ты даже сегодня имеешь деньги, эти ростовщики, они у тебя все высосут. Кризис за кризисом, обесценивая деньги, они грабят человечество. Развращают молодежь, оголяют молодежь, сажают на наркотики. Постепенно идет по всему миру узаконивание наркотиков. Сначала Голландия, сейчас в Америке штат за штатом разрешает марихуану, сейчас еще в некоторых европейских странах идет посадка всего человечества на наркотики. Алкоголь стал нормой, курение, разврат, однополые браки, а безбожие — это, как говорится, вершина айсберга. Сегодня признаваться, что верующие в Европе, в Америке, это, говорит, стыдно. Поэтому многие, даже кто верует, у них скрывают это. Потому что он подвергается сразу критике. Поэтому у них престижно говорить: «Я не верующий». Вот таким образом сатанисты из людей вымывают веру, вымывают из общества нравы, честь, достоинство, совесть, все, что пришло от Аллаха субханаху ва тааля. Поэтому, дорогие братья, мы хотя бы должны быть готовы, хотя бы знаниями знать, что сатанисты из людей опаснее, чем сатанисты из джинов, и предостерегаться. Не все, что нам дает интернет и телевидение, заглатывать, как мы это сегодня делаем. Через телевизор Нас сатанисты из людей сегодня развращают и уничтожают. И морально, и физически. Человек должен анализировать. И, дорогие братья, лучшая защита от всего этого – религия Аллаха. В нашей религии есть все средства для защиты и от шайтанов из людей, и шайтанов из джинов. Праведные, искренние, знающие люди, их сбить им не удается. Поэтому большевики что делали? Они в первую очередь уничтожили всех знающих людей. И потом наш народ пошел за ним. Поэтому, дорогие братья, наша религия – это единственная защита для нас сегодня от сатанистов из людей и джинов. Поэтому наше подрастающее поколение, детей, их приобщайте к религии. Водите в мечеть, отдавайте их на Коран, отдавайте их на уроки, сами изучайте, слушайте и, главное, практикуйте. И тогда они нам не опасны. Как они не представляли никакой опасности для пророка, алейхиссалату вассалам, и его сподвижников. Они их разогнали, они боялись их. Шайтаны из людей и шайтаны из джинов боялись Умара, радийаллаху анху. Они боятся и сейчас боятся праведных людей. Но, к сожалению, праведных людей стало мало. И поэтому сатанисты из людей и джинов преуспевают. Просим Аллаха субханаху ва тааля, чтобы Он защитил нас от шайтанов из джинов и шайтанов из людей. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته